Всем, всем салют, друзья. 100 лет нас не было, я просто много прогулял. Экзекроп, пожалуйста. Да, немного у меня был насморк. Короче, не выходили мы на связь. Нормально было. Какая-то бацилла пришла. Вот, сегодня Вика за рулем. Прошу заметить. Не потому что я пил. Вчера или сегодня. Хотя сегодня пятница. Но мы сегодня решили поехать в магазинчик там в Софийке. Софийке. Надо прикупить юбочку, короче. А то чулки купили, а вот юбки теперь нет. Гольф, точно. А у взрослых же чулки. У нас есть 3 новости. Такие. Мы не беременны, это новость номер 1. Мы. Почему мы-то? Я-то при чем здесь? Говоришь, что у вас есть новость. Что, беремен? Нет. Нет, к сожалению. Вот, короче, новость номер 1. В порядке ее получения мы будем рассказывать. Нам с Германии пришли деньги. Как вы думаете, за что? Был перерасчет за электроэнергию, короче, в квартире, где мы живем. А Германия продолжает нас снабжать деньгами. Радовать. Потом сначала мы испугались, мы думали, что написано минус 200 с чем-то. Я говорю, ну вот, мы пережигали, мы много стирали, наверное. Потом товарищи у нас были, гостили из Германии, они живут давно, уже 30 лет в Германии, и они перевели, говорят, да нет, это же вам плюс. Ну да, вот, короче, пришли нам 200 евро перерасчет за те полгода, которые мы прожили в этой квартире. Мы не дожгли, не дотопили нашу хату на 200 евро там с копеечками. Вот, так что мы разбогатели на 200 евро с помощью Германии. И еще одна супер новость, вообще никогда в жизни в это не верил. И никогда не думал, что это возможно. Но приходят, короче, рассылки по почте от всяких страховых компаний, от всяких магазинов. Что, типа, у нас идет акция, примите участие. И так далее, и так далее. Принимайте участие в Германии. Короче, вот от моей страховой компании, где я застрахован, как-то раз приходит такое же письмо. Типа, вот у нас розыгрыш. Туда-сюда, примите участие, там, QR-код, я там попереводил все это с переводчиком, принял участие. Это было, блин, полгода назад, наверное, может даже и больше, может чуть меньше. И пару недель назад приходит мне еще одно письмо. Типа, вот вы выиграли 150 евро. И опять же, я вот такие письма чаще всего не дочитываю и удаляю их. Серьезно, а тут вот что-то вот прям заняться нечем было. Перешел по этой ссылке, что-то тыкал, натыкал, что да, вот, короче, вам 150 евро от компании, в которой я застрахован. Но не в виде денег, а в виде купонов, там разные магазины, гучайны, да. Там было ЦА, там ЖУСК, короче, куча всяких брендов. И один из них, Декатлон, мой любимый. Я пишу своему агенту по страхованию, говорю, так и так, Роман, что за фигня, развод или это все правда может быть? Он говорит, блин, я не знаю, говорит, ты как бы если ты участвовал, ну, что у нас да, когда-то был розыгрыш, говорит, не могу точно сказать. Короче, выбрал Декатлон, распечатываю вот эти гучайны, едем мы в Декатлон, набираем там товаров всякого, короче, на 150 евро. И представляете себе? Эта вся фигня работает. Даже в Испании.
Да, в испанском Декатлоне, уже не в немецком мы пошли, не в онлайн-магазине, блин, все, короче, пошли нормально, пощупали, померили, взяли в итоге на 160 мы, да, перебрали чуть-чуть, 10 евро переплатили, ну, вся фигня это работает, блин. Так что Германия не обманывает в этом плане, молодцы, большой респект. Короче, 350 евро пришло нам, в общем, от Германии бонусы разного вида. Мы еще ждем Колсон, конечно, что нам вернулся. И у нас есть какая-то надежда на это. Блин, вообще этот тут освещение. Со светом все плохо. Уже вечер. Вот, так что советую участвовать. И третья номер. Новость. Номер три. Заговариваюсь. Я теперь дипломированный специалист в IT-области, full-stack specialist. Вот, теперь, может, от этого будет толк. То есть, full-stack это означает, что я могу и сверху, и снизу, это ну, как оно? Блин, да сейчас я подожди, сформулирую. Короче, фронт-энд разработчик, бэк-энд. Также тестировщиком могу быть. И, короче, ну, это все на уровне такого джуниора. Конечно же, я там не суперспециалист, но вдруг у меня получится. Да, Дуча? Ты можешь иметь в виду не фулл-стэк, а фулл-стэйдж? Нет, фулл-стэк. А как? Через 300 метров. Ну, так бывает, фулл-стэк. Стэйдж это как этап. А стек это как какая-то часть чего-то. Вот сейчас мы пойдем по магазинам, покажем немножко, наверное, ассортимент, что купили софийки, как выглядит что-нибудь. Короче, настроение сегодня хорошее, пятница, вечер, пойдем гулять. По магазинам гулять, но это не очень люблю. Что бампер не поцарапать, приходится вот так, а то здесь иногда бывают высокие прям бордюры. Кстати, друзья, никогда не знал, что Леванте, это стадион, футбольный Леванте, находится в Валенсии, пока не переехал жить в Испанию. Представляете? Оказывается, это Валенсия и Леванте, команды одного города. Марьянке купили очки. Испортило зрение. Дети, не сидите много в сотках. Викуся. Вечером. Да, вечером. Ух. Ну, за Валентин Денис играет. Все равно хотелось купаться для меня. Уже 2 месяца в Испании, до сих пор апельсинками любуются. Не достает. Ну-ка, достань. Запишу. Кругом апельсиновые деревья, но они еще зеленые. И несъедобные. Погромче говори. Погромче говори. Тебя вот никто не слышит. А вот пальмы. А где бананы? А эта улица, как в Германии, видите, никого нет. Так может мы в Германии, вот смотри, Жуск написано. Может ты меня в Германию привезла, пока я ехал на пассажирском сиденье? Thank you.
Ариана уже с папу ростом. Ну да, как стал. Презент для тебя. Красотка. Красотка, дочь у меня, да? Само себя спросил. Мне нравится рубашка. Набрали совки, две юбки и жилетку на 50 евро. Уже торговый центр пустой. А мы все, говорит, Вика съела мошку. Идем, недовольна. Я говорю, ее покормлю, блин, ты не ешь мошек. Она съела, ходит, кашляет, типа. Короче, почему-то сегодня... А, в 9, наверное, закрывается торговый центр. Трехэтажный. Народу уже нет почти. Пойдем поиграем в футбол. У тебя есть 1 евро? У тебя есть 1 евро? Вернешь? Так, маленькая девочка захотелось поиграть, и выбираешь трассу. Там машину выбираешь. 14 лет девочка. Сиденье двигается, но... Софа заняла просто второе. Все, пошлите, блин, игроки. Зашли мы в какой-то парчок. Напротив футбольного стадиона. Вышли из магазина, слава тебе, Господи. Здесь водоем. Hello. Hello. Не выходит из нее Германия никак. Ну, здесь уже, конечно, листьев много. Уже начинают опадать. Не подсвечивается, жалко. Королева с принцессой ведут светские беседы, пока мы с тобой здесь листья пинаем. Здесь теннисный корт.
И не один, много. Ребята играют даже. Сейчас мы куда-то. В общем, здесь падаль. Это как вот я люблю играть. Здесь вот большой теннис. Такое более большое поле. Играют обычными ракетками теннисными. Падаль немножко по-другому. Там такие жесткие ракетки плотные. Ну, мне больше нравится такой там более активный. Быстро надо быстрее бегать. Посмотрите, какое классное, красивое дерево. Блин. Жалко это. Ночью не видно. Вообще просто. Кайф. Такой дуб. Ну, как будто бы дуб, да? Смотрите, висят такие штуки. И вот так это все, типа корни, они так в этот, в землю идут. Вообще просто. Все, мои там ждут меня. Блин, как бы по освещению хорошее попасть, чтоб видно. Ну не видно, блин, надо днем потом покажу. Таких много деревьев в Валенсии. Как-нибудь днем покажу вам эти деревья. Что, троица моя? А? В тачку пойдем? Ну, что это? Смотри, смотри. Dreamy life. Свои приколы. Папина видео выходит на новый уровень. Подсвечивается стадион даже да. В дни не игры. Тренируются там они. Я думала, это можно. Прогулка закончена. Адьос, ребятки. Не забывайте ставить лайки. Всем пока. Bye, чус, адьос. Пока.